Сейчас, подожди. Avancez bien vers le fond, merci. Comment il y a, t'as vu? Коль, не мешай. Voilà, deuxième étage, vous changez l'ascenseur. Second floor, change it, first stop. Cambiare. Everybody change. Давай сверху сначала посмотрим, а потом будет как бы приближаться. Склады здесь. Дымка, конечно, дымка сильная. Здесь была всемирная гостиница, здесь стоял рабочий колхоз. Где-то здесь склад, тут сверху. Очень часто в Финляндии вот тут летом сидят. Ой, мы слишком быстро. Булонский лес. Не закончилось вообще. Надо такую просто. Уши закладывает. Ты знаешь, но в ней есть какое-то чувство основания широкого. А вот Остангельской башни такого чувства нет. Да, потому что она не очень широкая. Потому что она тонкая и круглая. Такое ощущение, что она вот-вот свалится. Причем именно тогда, когда ты же на нее поднялся. Ой, смотри, совсем узкий стал. Уже один лифт практически.
Да, это резкости не будет, конечно. А есть резкость, нет? Есть, есть. Все, выключается. Спасибо. Страшно, на Останкинской башне не было. На Останкинской башне ничего не было. В тымке. А это вот Галина Вишневская любит гулять вот в этом парке. Не в Париже, это время, я все перекрыли. Да, я там Слушай, Надюш, а кто это такие? Почему они не говорят, кто они такие? Это у них здесь комната? Это Эдисон слева, справа и слева. Что-то не уже ночью принесли. Он показывает здесь. О, я приходила, давлю вода. Лестница выше, вот я хочу, я тоже. Да что такое? Выше класс. Вон там люди видны на плаце.